нас на этом поле? Люди, шары, непонятно, где руки, а где ноги. Не разберешь, почему все толкают друг друга и катаются по земле. На самом деле здесь нет ничего странного. Просто в бамперболл теперь можно сыграть и в Шымкенте. Эта занимательная новинка в сфере активных развлечений представляет собой игру в обычный футбол. Правда, игроки находятся в больших надутых резиновых шарах. Один шар весит 10 килограмм. Ну, в принципе, бегать с ним не очень тяжело, когда он надутый. Наконец, собраться вместе и поиграть в бамперболл решила и молодежная редакция телекомпании «УТРАР». Команда из 5 человек к игре готова. Как мне его надеть? Мне сейчас... Надевается он снизу, давайте я вам помогу. С громоздкой экипировкой мы хоть и неуклюже, но разобрались. Осталось только разузнать тонкости игры. Правила игры такие же, как в футболе, только за исключением одной. Здесь футбол в шарах идет. Можно даже биться, толкаться, веселиться. Это приветствуется, если ты перевернулся и не можешь встать, а сможешь что-нибудь понять? Главное не выходить с мяча. Конечно, я помогу. Я есть судья и помощник. Бамперболл – игра больше развлекательная, чем спортивная. Толчки, падения, смех – здесь все приветствуется. Травмоопасность в бамперболе минимальная. Оболочка защищает игрока. Из минусов только быстрая усталость. Но это, скорее всего, с непривычки. Дана Тургунова, журналист молодежной редакции, до конца игры не дотянула. Хрупкого игрока заменили уже через несколько минут. Начну с того, что эта игра не для девушек, так как вот эти шары, они очень тяжелые, это весит... Мне так сказали, 10 килограммов, да? Устала через 10 минут и решила отдохнуть. Вот сейчас я в роли зрителя. Первые минуты на самом деле тяжелые. Тут или возьмешь себя в руки и продолжишь, или бросай и выходи из игры. От укладки не осталось и следа. В футбол, признаться честно, играть я не умею. Поэтому бегала по полю скорее для массовки. Правда, тоже недолго. Устала падать. Давай, давай, давай. Ты жива? Настя, ты жива? Это тяжело. Я не умею играть в футбол. Давай, давай, вперед. Да я умею падать. Незабываемое ощущение, море адреналина. Понравилось, но устаешь очень быстро. Шары очень тяжелые, руки устают. Но все равно классно было. Мы проигрываем со счетом где-то 5-0, по-моему. Как бы тяжело не было это признать, но мы потерпели неудачу. Счет 5-2, и противники, команда уже бывалых игроков, не дали нам и шанса. В защиту могу сказать, что наши парни старались как могли. Молодежная редакция телекомпании ОТРАР рекомендует всем попробовать новый вид спорта.